Привет, ребят. Сейчас трансляция запустится у нас на Ютубе. Как у вас дела? Привет, привет. Привет, ребятки. Ну все, трансляция у нас запустилась, и мы можем с вами начинать. У нас сегодня тема опять такая. Давайте мы ее, наверное, еще раз проговорим и уже больше к ней возвращаться не будем, потому что она, ну, недостаточно, наверное, интересна, недостаточно актуальна, я бы сказала даже. Все, есть. Недостаточно актуальна для нас. Это тема гипноза. Можно ли перейти на автономию с помощью гипноза? И мы эту тему уже с вами начали развивать, но ее как бы не раскрыли до конца. В принципе, ее и раскрывать, по большому счету, наверное, но она такая вязкая. И это не наша тема. Ребят, правда, если мы говорим о переходе на новый уровень. Привет. Если мы говорим о переходе на новый уровень, то все же, наверное, при искусственном переходе на новый уровень мы можем только искусственно перейти на какое-то время непродолжительное. И по-другому не будет. Спасибо большое. У меня фильтр небольшой стоит. Потому что у меня сейчас тоже идет своеобразная чистка. Они идут длительное время чистки, ребят, если кто-то в переходе, либо кто-то на сухих днях, и если кто-то говорит, что вот я уже там такое-то время количество не ем, там месяц, два, три, и у меня все замечательно, нужно, наверное, задуматься, почему все замечательно, потому что чистки действительно идут, и я с ребятами, с которыми общаюсь, которые тоже длительное время на сухих днях, ну, длительное время, это, я считаю, год, два, пять. Действительно очень, очень длительно идут чистки в организме. И на каждом этапе они очень своеобразные. И очень-очень много из нас выходит, как ментального, так и психологического. Ох, чистка у меня тоже. Кожа очень сухая, и волосы очень сильно выпадать стали. Да, но этот момент я как-то уже немножечко, я думаю, что я прошла этот момент. Кожа у меня сейчас не сухая, она у меня достаточно такая маслянистая уже стала сама по себе. И волосы перестали выпадать. Вот, волосы вроде бы, там даже пушок какой-то есть, то есть волосы у меня так достаточно нормально растут. Не жирнятся особо. Вот. Я тоже понимаю, это временно. Да, это самое главное принять, потому что это в любом случае все временно. Это какой-то этап, но нужно очень четко отслеживать, ребят. То есть, если мы будем чувствовать, что у нас идет какая-то чистка, и будем понимать, что не нужно помогать телу, что оно само почистится, то в одних случаях это действительно так, а в других случаях все же нам нужно помогать организму. Вы должны очень четко чувствовать. Я уже вам говорила, что я заказала такую штуку, цикламен, которая вычищает все пазухи носа. Но она прям такая совсем ядреная, прям совсем-совсем ядреная. Ее нужно очень сильно разбавлять. И я в свое время, у меня, наверное, лет в 11, а сколько будут выпадать волосы? У всех по-разному. У меня выпадали, наверное, они где-то недели две, но у меня прям клоками. То есть я мыла волосы, у меня такое ощущение, что я вообще голову буду вытирать уже лысую. Мне просто повезло, что у меня вообще сами по себе волосы кудрявые, у меня не видно, какой у меня объем. И у меня они сами по себе такие не жидкие, достаточно густые волосы. Вот, поэтому у меня как-то так малой кровью отделалось, но было очень страшно, когда ты моешь голову, а в руках остается пучок волос, прям пучок волос. И это действительно так как-то
некомфортно. Не очень такое эстетичное видение. Вот. И в 11 лет у меня... Где заказать цикламен? Ребят, в любом... В интернете очень много ссылок. Я заказывала на Wildberries. Но сейчас, насколько я знаю, что там они закончились. Но я думаю, что это временно, наверное. Поэтому заказать можно хоть где. У меня тоже клочками сейчас выпадают. И мне страшно было. Да, реально пучками. Да, реально пучками. И в 11 лет у меня очень сильно болела голова. У меня болела голова так, что мне не помогали никакие таблетки. Я не могла спать. И меня возили в исследовательские центры, в 2 исследовательских центра. Меня проверяли на всяких аппаратах, мне всякие присоски делали к голове. Меня вплоть до того, что на беговой дорожке, то есть меня полностью все проверяли, как, в каком состоянии, что у меня происходит с мозговыми функциями. Но у меня ничего не нашли. Самое, что удивительно, у меня ничего не нашли. И тогда я первый раз... Вот мне было на тот момент 11 лет, и мне, видимо, было настолько тяжело, что я вот как-то додумалась какими-то... Ну, просто вот так вот мне пришло в голову, может быть, это идет у нас все на подсознание, мы же понимаем, что все наши ответы, они уже есть в нас, неважно, сколько нам лет. И я тогда лежала, и в голове, когда у меня были вот эти болевые ощущения, я в голове развязывала ментальные узелки. Я развязывала узелки, развязывала. И я как раз вот в этот момент отключилась и уснула. Я проснулась, и у меня больше головных болей не было. Практически никогда больше в жизни их не было. То есть я могу на пальцах пересчитать, сколько раз у меня были головные боли. Они мне просто прекратились. И вот сейчас вот я закапала цикламеном, и я сегодня, ребят, я уже практически не сплю. То есть у меня нет такого, чтобы я провалилась в сон надолго. Какое-то состояние такое, если я хочу отдохнуть, я ложусь, даже ложусь, когда бывает, я так повошкаюсь, там, ну, минут 20, там, еще что-то. Нет такого, что сон есть. А тут я утром вела индивидуальный марафон, и я чувствую, что у меня вся жидкость, которая была во мне, то есть я жидкость еще поясню, то есть у меня сегодня 5-й день цикламена. И на 4-й день я чувствую, что мне не хватает, чтобы вывести вот эту жидкость, которая во мне есть, не хватает моей жидкости личной. И я вчера себе заварила небольшой стаканчик полыни. Я вчера выпила полынь, чтобы жидкость в организме присутствовала, чтобы вымыть то, что я начала капать цикламеном. И я утром сегодня проснулась и... Вот у меня, как проснулась, я уснула, наверное, ну так же, ненадолго, минут на 20 вырубилась. И у меня потом как раз у меня было сначала детей проводила в школу, потом у меня вот этот вот индивидуальный марафон. И я сижу, и я, приветик, Артём. Я понимаю, что я даже говорить не могу. Вот эта вся жидкость, которую выпила, она у меня такое ощущение, что она мне пошла в нос. И у меня даже, я настолько, вот у меня вот все, я была... Так мне казалось, что я была такая круглая, что я просто не могла. И мы не закончили даже вот эту вот консультацию, говорю, давай днем. И я закапала себе еще раз, и вы не представляете, ребят, у меня такая боль пошла по левой стороне, у меня все полностью вот здесь вот, она такая разъедающая боль пошла по всей голове. Неимоверная просто, я... И самое главное, это уже не высморкать, потому что она вот как въешь, то есть она не толчками, не пульсирующая, а именно вот когда кость разъедает, вот эта вот боль полностью вся по левой стороне. Привет, Миш. Вот. И вот она настолько была сильная, и вот я, наверное, минут 10 пролежала, потом я попыталась вот высморкать все, что закапала этим цикламеном. Но я же так просто успокоиться не могу. Но я такая, я упертая очень. Я себе закапала еще раз. И вот закапала, когда второй раз. И у меня вот эта вот боль потихоньку утихла. Но она, видимо, я настолько вот меня за вот эти 20 минут выстегнула вот этой болью, что я уснула. Я первый раз уснула на такое количество времени. То есть это было... Мы как раз вот с Мишей поговорили, наверное, до 8:30 где-то, ну, край 9 часов.
И вот я легла в 9 часов, я не поехала с ребенком на английский, я проснулась, я опять заснула, и мы уже в полчетвертого я встала, в полчетвертого дня мы побежали с ними в парикмахерскую. Это все время я проспала, я проснулась прям вообще никакая. То есть, ребят, если будете чиститься цикламеном, очень аккуратно, очень осторожно и очень чувствуйте, как ваш организм. То есть это нужно обязательно, желательно не на сухих днях, желательно, когда вы употребляете какую-то жидкость, чтобы вот это вот все выводилось. Но и смотря, что у вас вообще было, потому что сегодня я просто, я думала, что я утром думала, что меня вообще больше не будет. Это такие боли были жуткие. Ну, теперь все нормально, иду дальше, как бы, но я сегодня на ночь еще все равно закапываю. Мне кажется, что у меня уже вышло, мне кажется, все. Все, что можно было из этого цикламена, все уже вышло. Вот. И про гипноз мы с вами начали, да, ребят, говорить. Про гипноз — это в любом случае гипнотическое состояние, это то состояние, в которое нас вводят. Оно не может, мы не можем вечно пребывать в гипнозе. То есть мы можем длительное очень время пребывать в трансе. Это немножко иное состояние, там затрагиваются другие аспекты головного мозга. И в транс мы можем входить, транс нас могут ввести люди, в трансе мы можем достаточно длительное состояние пребывать. Но это не то, что гипноз. И мы с вами уже говорили, что гипноз, перед тем, как человек вас вводит в гипноз, в гипнотическое состояние, он должен четко понимать, в какое гипнотическое состояние вас вводит. Он должен четко понимать, какие установки он вам будет давать. И если человек не знает, что такое автономия, если человек не знает... Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про каолиновую глину. Я не знаю про каолиновую глину, никогда даже не слышала, сейчас первый раз от вас слышу. И прежде чем ввести в гипнотическое состояние, он вам должен дать эти установки, как вы себя должны чувствовать. Как вы себя должны чувствовать. И если человек не понимает, как вы себя должны чувствовать, он не может сформулировать, как внутри вас будут себя чувствовать ваши внутренние органы. Это крайне важно. Потому что если просто гипнолог уберет от вас чувство голода, если он просто уберет от вас даже чувство слабости и вот эти вот, которые поверхностные факторы, то не факт, что ваш организм не войдет через несколько дней в состояние голода. А состояние голода и состояние автономии – это совсем разные вещи. Ну, естественно, у них процесс абсолютно другой. И в состоянии голода человек длительное время находиться не может. У него начинается разрушение внутренних органов, потому что он не переключится на автономную, на автогенную работу внутренних органов, чтобы вырабатывать самостоятельно те компоненты, ту энергию, на которых вы будете жить без еды и без воды. И это очень важно. Вот. И, наверное, тоже у нас же очень есть много ответвлений тех состояний, когда мы даже сами себя вводим в какой-то транс. И, наверное, с многими ребятами, даже когда мы разбираем какие-то вкусовые привязки, откуда пошел этот вкус, откуда это состояние у нас пошло, то мы немножечко углубляемся, но недостаточно глубоко, чтобы прочувствовать некоторые моменты. Вот смотрите, есть такие моменты, когда, ну вот возьмем, например, муж бьет жену, и вот у нее вот этот страх, да, когда он ее начинает бить. И в этот момент, когда муж бьет жену, где-то пошел дождь. Дождь пошел, она услышала капли дождя, и эти капли дождя, например, начинают капать на ведро. И вот такой тын-тын-тын. И у нее это на подсознании отложилось. Она про эту ситуацию забыла, она даже не отследила, что пошел дождь, что начали капли капать по ведру. Она это никак не отследила, это просто зафиксировалось в ее памяти.
И вот женщина уже живет счастливо, там много-много лет с другим мужчиной, все замечательно. И вдруг она слышит, что пошел дождь, начинает капать капли по ведру, вот где вот такая вот похожий звук. И когда начинает капать вот эта капля по ведру, ее начинает охватывать вот этот вот панический страх, и она не понимает, в чем дело, потому что она этого звука не помнит. Она не помнит ни этого звука, она не понимает, откуда у нее этот страх произошел. Понимаете, как все у нас завязано в нашей черепной коробке? Вот у нас каждый момент, каждый аспект, он имеет настолько тонкую ниточку. И когда мы говорим, что мы не можем прийти к какому-либо состоянию, то это состояние, наверное, нам нужно обследовать с разных сторон. Если мы будем говорить только об одной стороне, вот я пришел вот так вот, и все, и вот он прет. А это не его путь. Потому что у него когда-то, где-то произошел такой момент, который закрепился на подсознательном уровне, который он даже не сможет никогда отследить, пока не вытащить вот этот вот незначительный момент. То есть, представляете, женщина, которая приходит к врачу и говорит, у меня бывают такие панические атаки, я не понимаю, что с этим связано. Они говорят, ну вот с чего бы это? Она говорит, не знаю. И самое, что интересно, что никто никогда не узнает, пока ее не введут в легкое гипнотическое состояние. Только после этого, когда она войдет в это легкое гипнотическое состояние, только после этого она может скорректировать, что да, она вспомнила этот момент, и из подсознания всплывет этот звук. В обычном привычном состоянии она об этом никогда не вспомнит. И гипноз в этом случае, он, конечно, как инструмент достаточно хорош, чтобы подкорректировать какие-то наши моменты. И даже подкорректировать какие-то моменты, возможно, даже с едой. Но на постоянной основе, если вы говорите об автономии как об образе жизни, это, конечно же, никак не влияет, никак не проканает. Сейчас, секунду, я про... Главное научиться отличать голод, автономию. Светочка, какие критерии? Критерии, Тём, ты знаешь эти критерии, ты их на себе уже почувствовал. Голод – это то состояние, когда мы в состоянии ждуна. Это первое состояние, когда мы знаем, что это голод. Когда мы знаем, что у нас четко закреплена дата, когда мы будем выходить из голода. Когда мы четко знаем, что это не последний год жизни. Даже не вздумай кошку обратно отдавать. Ты что? Потом поговорим после эфира, после марафона, я тебе наберу, Миша. Состояние голода – это когда человек четко понимает, что у него сейчас путь, пусть даже к автономии, пусть к оздоровлению, неважно. Голод же – это великолепное чувство, когда мы корректируем свое тело. Когда мы корректируем свое здоровье, когда мы корректируем свой мозг, в состоянии голода наш мозг думает абсолютно по-другому, он думает абсолютно по-иному. Чаще бывает это на взрывной волне, это действительно так. А состояние автономии, когда человек выравнивается, он не ждет, он перестает считать, сколько дней он находится в сухих днях. Ему становится хорошо, у него уходят на задний план весовые критерии, да, потому что на первых стадиях автономии человек начинает, ну, у него идет обнуление организма, от этого никуда не деться, обнуление его программ. Наши программы, в первую очередь, они зафиксированы в наших жировых прослойках. И когда идет это обнуление его программ, он сбрасывает вес. И когда он перестает уже думать, что он вот так вот выглядит, что он так, он понимает, что ему становится кайфово, он понимает, что у него уходит слабость, он чувствует, что у него начинают включаться внутренние ресурсы его организма, это другое, это иное состояние. Он начинает, у него начинает голова работать, такое ощущение, что у него кристальное видение становится. Я уже не первый раз говорила, что в состоянии автономии мы как будто бы с моно переходим на стерео. То есть мир начинает, он выворачиваться.
и начинает выворачиваться он по-иному. То есть смотрите, сначала же приходит состояние, когда ты можешь, ты понимаешь, когда ты можешь жить без еды и без воды, и тебе становится кайфово, и ты можешь по-иному слышать, ты можешь по-иному видеть, ты можешь по-иному воспринимать эту ситуацию. Мне нужно было это услышать, спасибо, согласен с тобой, да, Дим. А когда ты переходишь на следующий уровень, когда ты понимаешь, что у тебя начинает отпадать сон, когда ты понимаешь, что сон в твоей жизни перестает занимать то место, которое всегда занимало. Это расслабление, это кайф, это окончание какого-то дня. Это ты понимаешь, что ты переворачиваешь следующий лист календаря, следующий после сна у тебя наступает следующий этап твоей жизни. То есть вот эти вот все маленькие зацепочки – это наш сон, это благость, которую мы любим. Благодарю за ролик, желаю вам всех благ Вселенной. Спасибо большое. И когда мы понимаем, что нам не нужен отсчет следующего дня, что мы живем вот в этом дне, и он у нас бесконечный, когда мы понимаем, что нам не нужна вот эта вот перезагрузка, которая идет в следующем дне, мы понимаем, что нам не нужно нового, потому что у нас есть сейчас настоящее. Первый раз у нас появляется это настоящее. Когда мы первый раз входим в эти состояния, когда мы уже не ждем, нам не интересно ждать, нам интересно быть здесь. И вот это вот состояние, когда он убирается, сон, и вот эти вот первые моменты, когда у тебя ты день без сна, ты второй день без сна, ты третий день без сна. И ты понимаешь, что ты ночью идешь, и вот смотрели фильм «Аватар»? Мы недавно на депривации сна с девочками вспоминали как раз этот фильм. И ты понимаешь, что вот это реальность, вот этот аватар – это реальность. И мы тогда очень быстро входим в состояние депривации, детки. У них не такое загрязненное сознание. И если они не спят, вот у меня дети бывают, что вот они там, особенно летом, бывают колбасимся, и они там сутки не поспят, а на вторые сутки они уже могут ощущать вот эти вот, вот это волшебство они уже могут. То есть если человек вот этот вот засоренный такой вот, уже, не знаю, там вот у него вот эти вот стереотипы, он из-за своих стереотипов, ему очень сложно выглянуть и посмотреть на все, что происходит вокруг него. А детям это легко сделать. И мы как-то с ними шли гулять. Это было лето, ну, совсем недавно. И вот мы идем с ними, и я вижу, и я понимаю, что они видят. И мы идем, как в фильме «Аватар». Все деревья светятся. Но понятно, что если ты начнешь развивать эту ситуацию, ты поймешь, почему не все. Но ты видишь-то их по-иному. То есть, представляете, вот как в аватаре полностью ты идешь, а деревья светятся. Ты в обычном состоянии не видишь этого, а в этом состоянии ты видишь, то есть на каждом листочке была как роса, она, влажность. И от луны эта влажность, она отражалась. И у тебя получалось, что вот это вот дерево, каждое дерево, оно светящееся, как будто на нем огни. В обычном состоянии ты этого не увидишь. Ну, там где-то там блеклое такое, что-то ты увидишь. А в этом состоянии ты видишь каждую крупинку, каждую блестинку. И оно иное. И ты поэтому попадаешь в сказку, потому что у тебя вот открывается вот это вот ясновидение. И это иное состояние. И именно это состояние мы захватываем и в марафонах тоже, и когда мы находимся без сна. Это уже следующий этап, оно классно. Так, сейчас, ребята, какой-то вопрос. Светлана, добрый вечер. Что происходит на 7, 8, 9 день сухого голода? Ваш опыт интересней. Вспомните, пожалуйста, до этого помню, что каждый ваш... До этого помню про каждый... день, ваши мысли, спасибо. На 7, 8, 9 день происходит, то есть день плюс-минус 2 дня все время, да, идет у нас. И где-то на день 5, 6, может быть, у кого-то 7, 8. Примерно вот в этих днях с 5 по 7 происходит такая, когда у тебя вот состояние чаще всего, не у всех.
состояние слабости, и вот она слабость, она такая, она глубинная слабость, вот такое состояние опустошения, когда ты понимаешь, зачем оно все мне это надо, зачем я туда иду, у меня прекрасная жизнь, ну что я буду делать без еды, что я буду делать без всего этого, и такая вот глубинная дыра внутри, что ты настолько в ней теряешься, ты настолько в нее падаешь, что у тебя вот такое, вот, если с тобой рядом никого нет, и у тебя это состояние наступило, то, скорее всего, ты выйдешь из сухих дней, потому что у тебя нет поддержки. И вот это вот состояние, ты его либо должен чем-то переключить, либо вот как-то из него попытаться выйти, потому что у тебя даже... Тебе даже ходить не хочется. Во-первых, у тебя слабость. Во-вторых, у тебя вот это вот... Ну вот я говорю, ты как будто бы падаешь сам в себя, сам вот в свою вот эту вот бездну какую-то. И оно настолько нулевое, оно настолько никакое, ты настолько понимаешь, что это все настолько пустое, противное, никчемное, что состояние вот оно получается вот такое вот... Но говорю, если рядом никого нет, то его очень сложно пережить самостоятельно. Оно именно психологически сложно, хотя физически ты тоже уже не можешь ни руку, ни ногу, тебе даже разговаривать неохота. Но если ты вот это состояние, вот именно это перетерпишь, то на следующий день ты просыпаешься, и ты не понимаешь, откуда у тебя столько энергии, ты не понимаешь, откуда у тебя жизненной радости столько. Где оно скомпоновалось, в какой момент оно к тебе пришло. И ты на утро начинаешь себя чувствовать, и вот то, что ты думал до этого дня, ты думаешь, боже мой, как я вообще мог подумать, откуда у меня это все состояние пришло? Оно настолько поглощающее, и вот это как раз это первый крючок вот автономии, чтобы показать вам, какое состояние вы можете испытывать постоянно. Оно, конечно же, потом выравнивается. И на следующий день у вас будет обычное состояние голода. То есть это буквально длится одни сутки. После вот этой вот бездны внутренней у вас идет сильный всплеск, сильное эмоциональное, прям вы готовы, я не знаю, там пробежать марафон какой-то, который вы никогда не бегали. Вы готовы построить 9-этажный дом за несколько часов. Вы готовы там перестирать, убрать и там еще за сутки родить 28 детей. То есть у вас состояние просто вау! А на следующий день оно просто выравнивается в состояние обычного голода. И это нормально, это ваши на каждой ступеньке этапы обновления. И когда люди, некоторые, вот я мне прислали один из роликов, не буду говорить, кто его записал, может быть, действительно у кого-то такое состояние, и там просто спрашивают, а у вас какое состояние, вот вы что-то хотите, у вас вот какие-то вот процессы, она говорит, нет, все вообще ровно, все замечательно, вот такой-то день уже больше месяца там на голоде, и у меня вообще все зашибись. Я думаю, ну бывает же так, ну круто же, у меня так не было, ребят, у меня идет чистка до сих пор, и у меня очень жесткие чистки идут, может быть из-за того, что я очень-очень болела, я была более 30 лет на сильной гормональной терапии. Кто это знает, тот понимает прекрасно, что это такое. Это полностью практически разрушается весь, все органы. Вот. Поэтому у меня, может быть, и идет вот это вот восстановление очень такое длительное. Но я правда, у меня не было такого, чтобы у меня вот я вошла, и я все такая, я в благости иду, и всем говорю, давай за мной. Нет, ребята, это нужно очень хорошо подумать. Потому что это действительно, это иные состояния, это иное восприятие всего вокруг. От вас будут очень много отваливаться, вплоть до того, что ваши очень близкие и родные люди, потому что вы будете на других уровнях. Это будет не лучше, не хуже ваш уровень будет, он будет иной, он другой, и вы должны быть к этому готовы. А в дни без сна вообще исчезает желание разделять и обозначать какие-либо этапы жизни. Все как бесконечность. Да, бесконечность, смотрите, вот то, что я вам скажу сейчас, бесконечность, вы его воспримете через призму своего понимания бесконечность. В ином состоянии, состояние слова бесконечность, оно означает другое. То есть не бесконечность в слове
какую-то неизведанность, не бесконечность от слова непонятность, а бесконечность, наверное, от слова всеобъемлющее. И оно у вас просто состояние иное. У вас вот эта вот она бесконечность, она именно какая-то глобальная. Вы становитесь глобальным. Вы вы настолько становитесь цельным и полным, что вам не хочется ничего брать. Ваши пазлы все собраны. Вам не хочется брать что-то от другого, чтобы себя доформировать. Вы настолько полны, что вы готовы делиться. И когда вы начинаете делиться, мы же как труба, мы же поток, мы же энергия. И через вот это вот постоянное, бесконечное отдачу, деление, вы получаете даже не от людей, вы получаете через вибрацию Земли вот эти вот своеобразную энергию. Она чистая, она искренняя, она безусловная, безусловностей. И вот когда вы через себя пропускаете эту чистоту, вы ее на выдаче даете чистоту. Именно поэтому в вашем поле люди себя чувствуют по-другому, по-иному. Именно поэтому в вашем поле там проходят там какие-то процессы, люди проходят по-иному. Не потому, что вы от них хотите что-то взять, не потому, что вы в них хотите что-то вложить, а просто потому, что вам приятно, когда вокруг вас кайф. И они в этом кайфе купаются, а вам кайфово от того, что кто-то купается в вашем кайфе, понимаете? И вот это вот вечность, этот двигатель, который... О! Оно вообще по-другому все. Такое состояние видения деревьев на каком дне чистых? На каком дне чистых я тогда была третий месяц, где-то так. Но у детей это раньше, еще раз повторюсь, ребят. Светлана, благодарю за ответ. Еще вопрос про соль. В какой период жизни, на каком питании вы убрали соль? Соль я практически не убирала, ребят. Для меня не было такого, ну, прям совсем обнуления еды, как вот для некоторых, что вот я вот прям некоторым ребятам прям очень завидую, у которых пропадает вот этот вот вкус постепенно к еде. Я начала убирать еду, я начала убирать вкусную еду, то есть салатик с солью, я его начала убирать, фрукты сладкие, я их начала убирать. У меня не было такого, как у некоторых, вот они дошли там до какого-то одного безвкусного фрукта либо овощи и сидят на нем просто потому, что им уже не хочется вкусов. У меня такого не было, я просто начинала убирать еду. А потом, когда я начинала убирать еду, я уже поняла, что у меня просто организм не хочет есть. Но вкусов я хотела еще очень долгое время. Я очень долго нюхала. Я очень долго детей закармливала. Мне было важно их накормить чем-нибудь вкусным. Я как будто бы... То, что я не доедала сама, я как будто бы их... И мы все время даже ходили, гуляли. Я говорю, может, что-нибудь вкусненького? Может, что-нибудь купить? Я пыталась через них себя накормить. И поэтому соль в моем рационе присутствовала до последних дней. И у меня не было такого, у меня не было обнуления вкусовых рецепторов, пока у меня еда начала отваливаться. Не вкусовые качества. Вкусовые качества в последний момент. И именно ребята, которые... некоторые пишут, что я уже не чувствую вкуса того, того и того. Блин, это такой кайф. Я этого не испытывала. Я чувствовала вкус до последнего. Я потихоньку убирала. Мне надоело жевать. Но я вкусы чувствовала до последнего. Поэтому соль у меня очень долго присутствовала. Мне со мной было не все так просто. У меня не гладко все проходило. У меня до сих пор идет это все этапами. У меня не было такого, что вот я перешла, и вот я в такой благости, вот сразу же вот и мозги у меня почистились, и я сама вся такая вот блаженная стала. Нет. У меня такое со своими... заковырками, именно поэтому я вам рассказываю, может быть, поэтому я вам и рассказываю, что происходит, может, поэтому вы себя во многих ситуациях узнаете.
Обнадежили меня. Спасибо, Светик. Потому что у меня вот эти вот постоянные какие-то постоянные проработки, постоянные инсайты, потому что мне каждый мой этап, он дается непросто. У меня я на каждом своем этапе у меня идет какое-то обнуление. У меня постоянно идет какие-то осознания. У меня не идет такое, что я вот вышла без еды, без сна, и все, и у меня жизнь течет ровным ключом, и я вот вся в такой благости живу, и все хорошо. У меня постоянно какие-то, то есть у меня все время что-то вылазит, у меня вылазят какие-то закапсулированные страхи, у меня вылазят какие-то привязки, у меня очень много и очень часто вылазит эмоциональных вот всяких вот этих вот моментов. И вот про сегодняшний день, я вам говорила, что когда я закапывала этот цикламеном, и у меня вот голова просто развалилась. И я столько проспала, я уже очень давно столько не спала. И это же тоже так просто не заканчивается. То есть я пришла домой, дома мы пришли с парикмахерской с детьми, дома посуда не помыта. Но не помыта посуда и не помыта посуда. Мир не остановился, но я на них наорала. «Как вы так? Вот я там болею, а вы посуду до сих пор не помыли, не-не-не-не-не». И у меня такое бывает. Я, конечно, сейчас понимаю, как бы, ну не помыта была посуда. Ну, блин, парни, дети, ну ничего страшного не произошло. Но этот всплеск у меня был, конечно, я его схватила потом, конечно, я его отследила. Уже по-иному вот эти вот состояния проходят, но они до сих пор бывают. И, может быть, вот эти состояния, они отвалятся, наверное, ко второму году жизни без еды и воды, без сна, с минимизированным вот этим вот дыханием. Конечно, оно будет другое, оно будет иное, и дети у меня будут по-другому себя чувствовать. А здесь они же точно так же, они видят мои перепады. То есть, пока я спала, они же тоже... Я же не просто так отключилась и сплю. То есть, поле-то... В доме оно единое. У меня очень тесная связь с моими детьми, прям очень тесно, особенно со старшим. То есть вот я что чувствую, он то же самое чувствует. Именно поэтому у нас с ним, то есть если что-то со мной происходит, он прям вот на тонком плане это все чувствует. И то, что вот они себя повели в тот момент, пока вот я была вот в этом состоянии, даже во сне, я понимаю, что это даже не столько их какой-то осознанный был шаг, путь, что там не прибраться, чем-то заниматься какой-то фигнёй все это время. А просто потому, что они сами-то тоже не могли ничего делать. Поле-то единое. То есть я не могу ничего делать, и они не могут ничего делать. Понятно, что когда у меня все бурлит, я смотрю, они там что-то делают, они там что-то ковыряют, что-то изготавливают, что-то делают. Это все нормально. И это нужно просто принять и вовремя себя отлавливать. Нет такого, что ты там вошел и все, ты там и ты пукаешь розовыми бабочками. Нет. У меня это не так. Задавайте, ребятки, вопросы, еще поотвечаю. Мы уже с вами 40 минут болтаем. Я вообще не замечаю, как с вами время проходит. Мне кажется, я прям перезагружаюсь, когда вам рассказываю. И еще, ребят, когда у вас происходят инсайты, вот очень многие там пишут, Света, там, когда ты закончишь разговаривать, вот тебя уже столько много на телевизоре, или как это называется, там, на экранах. Ребят, очень важно, что когда у вас происходят какие-то инсайты, очень важно делиться, потому что я просто по себе вспоминаю, когда я даже переходила на сыроедение, мне очень важно было услышать чей-то опыт, даже опыт одного дня, но так мало было информации. И сейчас вот мне пишут все равно ребята, говорят, спасибо, там вот это вот увидели, вот это услышали, вот это услышали. Я это делаю не чтобы там попиариться, а чтобы передать свой опыт, и он кому-то должен помочь. Он обязательно кому-то поможет, потому что я же понимаю, что если бы я не вышла на этот уровень, если бы я не вышла на вот свой вот этот образ жизни, то меня бы, скорее всего, уже не было. То есть мой организм бы уже давно не выдержал, и... Это понятно, и я прекрасно осознаю, что я бы уже не дотянула до этого. И именно поэтому, может быть, кто-то и найдет для себя что-то. Есть всегда выход, всегда есть, наше тело подсказывает. И все вот эти вот какие-то крючочки, которые нас приводят, конечно же, все это все наш ответ и на наши вопросы.
мышечный корсет проходит или так и будет тянуть на сухие нервы? Нет, проходит, ребят. Проходит, но очень долго. Но смотрите, мышечный корсет у меня были очень сильные. Я рассказывала, что у меня на четвертый день уже начинались очень сильные болевые ощущения. Особенно у меня, когда я вот часто заходила на сухие, у меня очень сильно тянуло ноги. У меня внутренний варикоз, видимо, был. И очень-очень сильно тянуло ноги. Но, опять же, я понимаю, из-за чего. Потому что я же говорю, что я был в прошлом астматик. И я очень долго сидела на гормональной терапии. И постоянно у меня были, каждый день у меня были, помимо аэрозолей, у меня был эофилин. Эофилин – это когда гладкую мускулатуру разглаживают, вот эту гладкую мускулатуру, когда ты начинаешь дышать, проще дышать начинается. И она остается все в мышцах. И когда вот это вот выходит из мышц, их начинает ломать, их начинает тянуть, их начинает просто выкручивать. Так, сейчас почитаю, сейчас расскажу про это и почитаю про мышечный корсет. И единственным способом, который был для меня хороший, вот чтобы вот эту вот мышечную спазму снять, это контрастный душ. Но я делала, ребят, контрастный душ жесткий, то есть прям горячей водой, прям такой горячий-горячий, чтобы прям вообще горячий. Потом ледяной, и обязательно все это заканчивать ледяной водой, но мне нужно было закончить ледяной водой до такой степени, чтобы прям заморозить себя. И после этого, после того, как ты вот такой вот разогретый, обязательно как минимум минуты две ходьбы на пяточках, чтобы у тебя все, что вот это вот размякло, вот это вот как бы естественный процесс, у тебя же когда вот при контрастном душе, у тебя же не только мышцы, не только кожа, не только мышцы, у тебя же сухожилия сжимаются от холодной воды, разжимаются от горячей, сжимаются, разжимаются. И вот то, что вот ты их как бы размял, в них пошел кислород, и сейчас на пяточках ты походишь, и у тебя как вот эта вот циркуляция кислорода, ты пошла, и все, и тебя отпустило. И меня отпускало, бывало, прям на сутки, потом опять. То есть я раз в сутки вот так вот делала какое-то время, потом он проходит, мышечный корсет его отпускает, он прочищается достаточно быстро на самом деле, но, наверное, за дня 3-4, вот если вот так вот прям не лениться делать, он хорошо вычищается, и потом у тебя такое прям, ух, ты прям так себя чувствуешь по-иному. Такое ощущение, что у тебя, как будто тебя как выхлопали. Так, состояние иное. Была ситуация во время пробежки на сухой день, вдруг увидела деревья или соток очень ярким и зеленым, необыкновенно сочная листва была. И мысли в голове, что я дома, комок в горле, что это было? Это всплески, вот эти вот осознанности, всплески пробуждения, они не у каждого приходят, что вот ты так раз пробудился, и все, и у тебя это закрепилось. Они бывают, что такое вот, то есть над каждым состоянием, ребят, нужно работать. И вот эти вот всплески пробуждения и осознанности, оно, знаете, такое, раз здесь открылось по-иному, здесь вывернулся мир, здесь вывернулся мир. И ты это состояние не отпускаешь на то восприятие, что как бы, ой, это, наверное, какое-то совпадение. Это не совпадение. Это вы готовы уже к иному восприятию. И когда вы будете это, о, я это увидела, когда вы будете себе это подтверждать и доказывать, у вас эти вспышки будут все больше и больше, а потом чик, и мир развернется, и вы увидите все эти краски, которых раньше не замечали. Мне кажется, что люди, которые нас любят говорить пробужденными, да, мы с вами все просветленные и пробужденные, ребят. Просто на какой-то период времени мы с вами зашоренные по определенным причинам. И когда говорят, что вот я в раз и все, может быть, но вот я еще раз говорю, у меня было вот это постепенно, то есть я очень длительное время, сначала я отбрасывала это на задний план, я все время думала, что, ой, какое-то совпадение, но вот что-то вот я увидела. Но я очень часто эти моменты вспоминала, они яркие, и ты их забыть-то в принципе не можешь, ты все время о них вспоминаешь, а что это было, а как это было, а что люди прям вот так постоянно видят этот мир? И от тебя начинают это накручивать.
И ты раз, опять вспышка. И ты прям на нее, когда ты видишь это, ты прям останавливаешься, замираешь и пытаешься вот ее как бы как съесть, чтобы она у тебя зафиксировалась максимально надолго. И вот все больше, больше, больше вот таких моментов, потом смотришь, вау, да, вот оно такое, оно бывает прям вот прям как... Сначала как пучками ты видишь, то есть ты даже цвета видишь по-иному. Они настолько яркие, они настолько сочные, они настолько глубокие. И звуки потом будете слышать. Но звуки, вот мы на с ребятами на марафоне депривации сна, мы звуки прям телом. Есть такая практика, чтобы звуки телом ловить. И они иные, не как ушами. Эх, мне бежать надо. Все, Тёмочка, давай пока. Спасибо, что был. Света, у меня седина на сыроедении, она у вас прошла. У меня практически вся, ребят, седина прошла. Я была очень-очень седая. А у меня были прям такие волосы, то есть у меня они были седые, а которые были не седые, они у меня были очень-очень-очень тусклыми. То есть вот такая вот уже неприятная седина. Знаете, вот бывает такая благородная седина. У меня неблагородная была седина. У меня был тусклый цвет волос. Вот он уже был вот никакой. И вот эта вот седина с проблесками такая тоже некрасивая. И меня спасало только лишь то, что у меня волосы кудрявые. Когда я голову помою, у меня они прям в кудре. Это вот сейчас вот у меня она как бы грязная уже, давно-давно не мыла, поэтому немножечко вот распрямляются волосы. Ну, кудрявые люди знают, что они когда долго не моешь волосы, они и расчесываешь, они немножечко как распрямляются. Вот. Помоешь, они чик обратно, как бы, то есть вот, уже они легкие становятся и обратно подтягиваются. И у меня были такие некрасивые волосы уже, вот только вот спасало то, что за счет кудрей они смотрелись более-менее ухоженными. Вот. А так они были тусклые и седые. И когда у меня вот пошло вот это вот очередное обновление, то есть у меня на сыроедение выпадали волосы, у меня... Когда я была в постоянных практиках, у меня выпадали волосы. И сейчас вот, когда вот я уже в таком состоянии, вот у меня вот они клоками начали выпадать, но у меня еще летом они начали... Они как будто, знаете, вот не этим летом, а тем летом, они у меня, когда я уже в таких в конкретных практиках была, они мне сначала выгорели практически до бела, а потом за зиму они набрали как будто бы новый цвет, свой цвет. И седых волос у меня практически не осталось. С тем расчетом, что у меня были... Вот у меня... Ну, здесь не видно, свет такой не видно. С тем расчетом, что у меня какие были волосы, у меня их практически седых нет. То есть у меня была практически вся голова седая. Вот они... И вот когда вот уже, например, там расчесываешь волосы, еще видишь, что вот выпадают именно седые волосы, белые. Видимо, как отмирает, что ли, вот какая-то новая луковица, что ли, растет. Ну, не знаю. Да, седые волосы, но это уже не только мной замечено, это многими. Так. Благодарю. Я понимаю, о чем бы слушала сатсанги, практиковала внимание на внимание. Теперь могу часами быть в этом состоянии. Да, я тоже ночью бывает не беру. Мне ночью очень многие звонят с Инстаграма, там еще я все время говорю ребятам. Ребят, если что-то срочное, напишите. Я не беру трубку ночью. У меня ночью она предоставлена самой себе. Вы не представляете, какие звуки есть ночью, какие краски есть ночью. Когда ничего не отвлекает внешние звуки, это блаженство сидеть внутри своего мира, а мир внутри тебя. Это иное состояние. И это кайф. Вот тогда идет перезагрузка. Никакой сон не нужен, правда. А может, выпадают волосы именно седые, смена на новые, не седые волосы идет. Возможно, возможно. Возможно, обновляется луковица, и вместо седого уже волоса, который лишен пигмента. Седой волос – это тот волос, который лишен пигмента. Может быть, как раз луковица наполняется вот этим пигментом, и растет иной другой волос. Возможно и так, да. Ребятки, задавайте еще вопросы, потому что у нас с вами осталось совсем немножко времени, и я буду отключаться. И я вас, конечно же, ребят, еще раз напоминаю вам, что жду в клубе в закрытом.
Мы в закрытом клубе очень часто проводим эфиры, и в закрытом клубе у нас идет обязательно раз в неделю идет ночь вне сна. И мы там что-либо делаем. Часто мы очень прорисовываем какие-то свои моменты. Прорисовываем новые нейронные связи, новые нейронные сети, новую колею своей жизни. Очень часто мы отвечаем, благодарю. Очень часто мы раскрываем те темы, которые мы не открываем в прямых эфирах. Мы там говорим о тех вещах, которые мы не проговариваем на марафонах. В клуб добавляйтесь, пишите в директ, либо в школу автономии. Вот, у нас там чисто символическая оплата, и очень круто. И там даже у нас есть рецепты по сыроедению. Вот, чтобы вы не переключались от того, что невкусно по каким-то причинам где-то. Вот, чтобы вы там могли вот в этом клубе все-все-все для себя узнавать. Вот. Если, конечно, кто-то хочет в более глубокие практики идти, то, конечно же, приходите и на марафон по возможности меня, это где мы прорабатываем тело, и по депривации сна, это там, где мы открываем чувствование уже вне тела, которое уже внешнее. Это уже другие практики, это другое состояние, это иное состояние. Вот. И еще, ребята, мне тут написали, хотела бы сказать, что бывают такие ситуации, что выходим, как называется, в эфире на YouTube-канале не через Instagram. И чтобы вы не пропускали вот эти вот эфиры на YouTube-канале, там тоже есть колокольчик, напоминалка. Вот я не знаю, он, по-моему, в уголке где-то. Тоже можете его поставить. И если вот, например, потому что я сейчас лечу в Екатеринбург, я 2 числа, со 2 я по 6, по-моему, по 5 буду в Екатеринбурге, и там вроде бы девочки уже наметили встречу, но вот они мне как скажут, где будет и какая встреча, я сделаю анонс на своей страничке, где будет встреча, какого числа и во сколько. И, конечно же, все приходите, с удовольствием буду рада вас видеть. И там, возможно, мы тоже проведем встречу и ее будем записывать прямым эфиром, но я думаю, что это будет не через Инстаграм идти, посмотрим, а возможно там будет идти она сразу же через YouTube. И вот чтобы не пропустить встречу, чтобы позадавать вопросы, вот подключайте этот колокольчик, и там уже будет видно, что когда мы выходим в эфир, чтобы задать вопросы. Вот. Но сейчас, ребятки, уже вроде вопросов у вас нет. Я вас всех буду очень рада видеть. А, завтра, ребят, самое-то, что еще главное. У нас таланты открываются и открываются. Вот. И чтобы нам было более комфортно проходить в иные состояния, у нас тут еще такие бриллианты открылись, с которыми я буду вас знакомить. На канале Школы автономии на Инстаграме завтра мы выходим в эфир. По-моему, завтра у меня будет с Риммочкой, я выхожу в эфир. Сегодня-завтра обязательно дам анонс. Вот, и она расскажет, в какие практики она может вас ввести, куда она вообще может вас привести. Это вообще-то невероятный человек. Вот мы с ней как раз поболтаем завтра, также в 7 часов на канале Школы автономии в Инстаграме. И точно так же будет трансляция на YouTube-канале. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, прям очень-очень ждем. Почему хочется принимать холодные ледяные ванны, души, реки, озера? Потому что это естественный процесс для нашего организма. Если вы на сухих днях попробуете принять горячую ванну, то после горячей ванны вы выйдете, и вы как будто бы размажетесь, вы прямо это почувствуете. И будет такое некомфортное состояние. Если вы примете холодный душ, ванну, а если вы в природном источнике в холодном искупаетесь, то у вас и так тело собранное, а тут получается, что вы как будто бы собираетесь, как будто бы все пазлы в вас жик, и вы прям такой, о, бодрячок, иное состояние, холодная вода нас собирает. И это очень крутое состояние, это очень клевое состояние. Ребятки, всех обнимаю, всех вас жду завтра в Инстаграме на Школе автономии. И познакомлю вас, если кто еще не знает, с Риммочкой. Она просто огонь. В пятницу еще будет эфир, я вас еще познакомлю.
с девочкой, и потом в среду, и в пятницу. Я вас познакомлю с 4 новыми спикерами, которых вы, скорее всего, знаете. Вот. Кто-то где-то слышал по каким-то чатам, они уже очень-очень давно в практике, и это просто бомбические люди, это просто... Они настолько великолепны, у них такая энергетика, это класс. Это, я просто счастлива, что я с ними знакома, я просто счастлива, что мы проходили с ними марафон по депривации сна. Это просто замечательно. Я не могу такие бриллианты сдерживать около самой себя. Нужно обязательно вас с ними знакомить. Все, ребятки, обнимаю. Спасибо огромное, что были со мной. Мне очень приятно, правда, очень приятно, что вы выходите со мной в эфир. Я это очень ценю, очень благодарю вас. И до новых встреч!